Эй, есть идея для вступления. Хочешь с ним? Да, если мы сейчас все сделаем, может, Чарли перестанет все за мной переснимать? Да. Окей, ладно. Что? Ничего. Одну секунду, и можем идти. То есть ты из-за ничего такой несчастный? Да. 100 раз уже объектив протер. Я готовлю те. И все. Да. Ты вечно тонешь в мелочах, Марк. Как насчет рискнуть и просто Я помню, как ты маялся целую неделю, а потом отказался от новой работы за одной лишней пересадки на метро. Она мне не подошла. Даже без пересадок. Ерунда. Кому ты врешь? Можешь не верить. Давай займемся съемкой. Давай сами, с естественным светом. Вестибюль нам подойдет? Вроде должен. Хочу выглядеть нормально. Может, попросим Джейми настроить свет? Нет. Надоело ждать. Лучше отснять что-нибудь до ужина, а то Чарли потом весь вечер не отстанет. И у меня уже сил нет терпеть Джейми. Я понял. Марк, почему все уверены, что я тебя бросила? Если бы Джейми узнала правду, отвалила бы. Постой. Я тут ни при чем. Не знаю, это мило или эгоистично. Или как? Скоро золотой час, надо найти хорошее место. Не понимаю, откуда такое название? От силы минут 15. Да, но нет, с правильным рефлектором. 15 минут, максимум. Так, давай найдем место и начнем уже. Спасибо за помощь. Ты меня просишь, потому что руки коротковаты для селфи. Нормальные у меня руки. Куда? На балконе будет неплохой ракурс. Поищем, как туда попасть. Как твой новый дом? Пока сойдет. Доволен? Я там сплю и храню вещи. Аренда на короткий срок, чтобы спокойно искать что-то еще. Что ж, разумно. Ты сказала мне съехать, вот я съехал. Это был комплимент. Да я так... Я боялась, что ты будешь спать на диване в студии и потратишь полжизни, пока найдешь идеальное место с правильными обоями на нужном расстоянии от остановки. Думаю, эту тему нам тоже стоит добавить в список запрещенных. Да, пожалуй, ты прав. Раз приехать завтра не получится, можно я через неделю вещи заберу? Меня глючит или мы шли как-то по-другому? Вот, я про это и говорю, потому что, походу, здесь реально коридоры перестраиваются. Вот, мы нашли их общую фотографию, довольно интересное развитие событий. Я так и догадывался, что, возможно, между ними что-то было в целом. Так, здесь у нас просто открыть. Ну и судя по всему, да, то есть здесь я ничего не найду. Давайте осмотрим эту комнату. Или попробуем. Оу, что это у нас такое тут, а? Эй, стоять! Я свет ищу. Помнишь разговор о границах? В мою комнату можно входить только мне. Обычно я благодарен психологу, но иногда он дает идиотские советы. Да уж, не пустил нас, не знаю, что она там прячет, а? Игрушечки, наверное, интересные такая. Мол, нельзя их смотреть, да и там подобное. Ну ладно, ладно. В общем, мы двигаемся на второй этаж, надеемся, что нас тут не прикончат, и мы более-менее сможем выжить. Плюс к тому же исследовать территорию на максимально высоком уровне. Давайте сперва проверим вот этот закуток.
Оба-на. Типа они потом смотаются в итоге из здания и куда-то побегут, наверное. Они ли лодку активируют потом и разобьются? Вот это интересно было бы, конечно, посмотреть. Там что-то есть. А что это у нас? Это вообще, наверное... Это пыточная, да, по-любому какая-то? Вот в эту дверь нам явно лучше не заходить, она железная. Если нас поймают, то как бы ничего хорошего нам не светит. Если Дюмет нас тут застанет, он будет очень недоволен. Он же просил в одиночку не бродить. И мы почти вынесли дверь, чтобы попасть сюда. Мы? В общем, мы не должны нарываться. Пожалуй. А, похоже, мы тут не одни. По-моему, Дюмет из тех, у кого крышу сносит, если что-то не так, как им хочется. Да? Как догадалась, потому что... Черт! Я чуть не обосрался. Я тоже, если честно. Хорошо, что сходил до этого в туалет. Был ли он дьяволом? Вся правда о первом серийном убийце Америки Джозеф Морелло. О, это даже секрет. Сначала работа над первой книгой в 2002 году Джозеф Морелло увлекался расследованием дел серийных убийц. И главной загадкой для него стал Холмс. В новой книге Морелло анализирует свои исследования и статьи за 15 лет, отделяя факты от вымысла, чтобы рассказать правду об историческом деле первого серийного убийцы Америки. Был ли он дьяволом? Собственно говоря, самый главный вопрос. Книга понравилась всем поклонникам творчества Морелло. Ну понятно, то есть журналы очень хорошо ее оценили. И тот, кто владеет этим особняком, да, не просто так ее здесь держит у себя. О, такое я помню. Я в средней школе всю свою парту изрезал. Дерзкий. Так, ну судя по всему, это не просто так, да, здесь? Он явно кого-то пытался убить. Подчикать, не знаю, или как это по-другому назвать. Так, ну все. Булочки напрягли. Ты посмотри на эти обои. Здесь совсем все плохо, да, судя по всему. Капец, они старые. В этом доме все капец старое. Я думала, он старый только снаружи, а внутри все современное. Так, у нас заколоть. Оба-на, оба-на. Похоже, Дюмет любит старину. Мэнни Шерман родился 1 января 56 года. Да ладно. Вы это знаете. Чего вам надо? Что это? Ха. Вижу, вы тщательно подошли к делу, агент Мюнтей. Любимые телевизионные программы. Первое домашнее животное? С кем вы дружили в детстве? Что за чушь? Это допрос или вы что-то разнюхиваете? Так сложно спросить прямо. Хотите знать, что меня вдохновило? Я был недостаточно оригинален. Хотя, пожалуй, был один человек, который вызвал у меня интерес. Генри Говард Холмс. Почему? Да потому что он был первым. Первым в Америке. Основоположником ремесла. Он установил стандарт, понимаете?
Учите историю, Мюнтей. Книжки почитайте. Вы думаете, раз мне нравится тыкать в людей ножом, я идиот? Я, предположительно, убил 13 человек, прежде чем вам хватило ума найти меня. Курс изменён. Гнить же все будет. Гнить? Точно. Что? Я все не мог понять, чем здесь так странно пахнет. Теперь понял разложением. Дом старый. На пляже может быть мертвая рыба, животные в лесу. Что угодно. В любом случае, она давно сдохла. Конечно, интересно, что был изменен курс, да, мы нашли довольно значимую улику. Ну и нужно не забыть, что у нас есть еще целых две двери, которые мы не посетили. А, ну все, то есть, да, то есть мы сделали это для того, чтобы забраться на вот тот выступ, да? Теперь давайте осмотрим двери. Вон, видишь ключ? Нужно только туда попасть. Так, и осмотрим еще ту дверь, которая ведет на балкон, да, судя по всему. Тут должен быть проход. Ну, как бы это, да. Я правильно сделал то, что я их не открывал, да, по сути, это бесполезно, но мы хотя бы теперь знаем, для чего нам нужно было лезть наверх. Немного подтолкнем и залезем, посмотрим, что у нас там есть. Так, ну начинается уже интересно. Нужно быть готовым к тому, чтобы нажимать кнопки. А кто палит? Откуда камера? Так, это у нас закрытая дверь. Там тоже ничего нету. Так, давайте-ка еще повнимательнее посмотрим, что-то нашел, да? А, монеточка, офигеть. Это целых 5 штук, да? Ну, уже неплохо, да, 22 штучки у нас есть, да, возможно, что-то мы и купим более-менее серьезное. Так, и что теперь делать? Вопрос самый главный. А, вот что, да, скорее всего, надо как-то... Только куда? А, можно даже на себя это дело сделать. Отлично. Не, ну головоломки это не моя сильная сторона, если честно, поэтому, как бы, если я буду тупить, то прошу прощения. Так, это светильничек, да? Ну, вот это место, откуда мы пришли. Собственно, скачем, давайте
На ту сторону. А вот как попасть сюда? Вот там что-то есть, да? А, смотрите. Там по-любому что-то есть. This should work. Марк, ты как там? Скоро вернусь. Мне показалось, либо эта книжка... Книжка, ее можно, возможно, активировать. Давайте проверим. Да не, вряд ли, ё-моё. Там бы отобразилось. Да, все понятно. Теперь нам просто нужно поменять местами лестницу, точнее, подставку, да, и перепрыгнуть вот на эту сторону. Так, давай-давай, двигайся. Не, знаете, вообще я хорош этих по загадкам. Разгадываю их как орешки. Нетипично для меня, если честно. Так, ну ладно. Отпустили. Ну и наше финальное месторасположение. Это что было? Тут немного, кстати, есть косяки, да, с анимацией и с озвучкой именно игровой речи. Поэтому немного неприятно все-таки бывает местами. Но когда пропускается целиком фраза, как-то, ну, смотрится хреновенько. Как сказал мой один друг, да, немного попахивает квари, если честно. Вот, особенно поначалу. Пока что персонажа на самом деле раскрыто не очень. Да вы серьезно? То есть я спустился и ни хрена здесь нету. А, вон оно. Надо быть внимательнее. Ну и мы же можем выйти, да, по-быстрому? Так, все, наша девочка нас ждет, да, подсказок мы никаких больше не нашли здесь. Ну и все, открываем дверь. Готовимся. Хватит уже. Тут не так высоко. Мой организм думает иначе. Чего ты так паришься, мисс? Я всегда шикарна. Ты отлично выглядишь. Романтика. Да почему курс меняется? Я что я сделал? Вещи, принадлежащие жертвам Холмса. Чикаго, 1896 год. Я просто улику посмотрел, вы меня так не пугайте. Кейт, зацени. Его шляпа. Чья? Г.Г. Холмса. Ты чего? Бля! Я чуть... Это хреновина вдруг выскочила! Видишь? Что это? Какая-то аниматроника? Да, и пиздец стрёмная. Это просто кукла. Но ты испугалась. А ты два раза. Эй, Чарли, уже 8. Пора на ужин. Черт, мы протупили. Время еще есть. Пошли, а то Чарли нас задолбает, что мы опаздываем.
Эй, не хами, Чарли. Он первый на меня наехал, хотя я просто делала свою работу. Это я стою перед камерой, а не он. Да брось, ты жестоко по нему прошлась. Ты, конечно, была права, но он от этого только больше расходится. Это его проблемы, Марк, не мои. Марк, послушай меня. А его тексты хрен произнесешь. На бумаге еще ничего, но это так не работает. Я предлагаю варианты, а он мне рот затыкает. Просто ты... Просто он думает, что ты работаешь на резюме. А что тут такого? Все режиссеры такие, это часть работы. У них есть видение и упрямство, чтобы его продвигать. Поэтому я молча стою за камерой. Не обязательно при этом козлить. Да, но представь себя на его месте. Тебе за 40, а похвастаться нечем. Кейт, это шоу – главный успех его жизни. Ты прав. Да похрен. Так или иначе, я сваливаю из Lonit Entertainment. Да Чарли бы мигом от нас избавился, если бы ему это было выгодно. Он использует нас. Я этого не заслужила. И ты. Мы все. Кейт? Марк? Пора на ужин. Вы идете? Да, сейчас. Ладно. Он слышал? Конечно, Марк. Ну что ж, это была очередная наша серия. Честно, я немного не понял, почему у нас завершилось исследование местности. Да, надеюсь, я не пропустил ни одной подсказки в той стороне, где у нас была шляпа. Ну, если честно, я там немного, так скажем, припустил, да, от того, что резко все выскочило. Опять же, вот видите, они опять отображаются как новые, да, меня это прям напрягает. А, вот, смотрите, тут обновление, потому что, да, Джефф был убит в газовой комнате, ожерелье и кольцо Мари были на витрине в отеле Дюмета. Слушайте, прикольно. А, Дюмет, я полагаю. Марк и Кейт нашли запись допроса Мэнни Шермана агентом Мюндеем. Первая любовь, да, Джейми и Эрин поцеловались, мы это смотрели. Соперница, тут ничего не обновилось. Удушье тоже. Так, ну вот здесь вроде бы нету такого нового отображения. Давайте почитаем, что за новые подсказки у нас. Запись допроса Шермана 1. Запись разговора специального агента ФБР Мюндея и Мэнни Шермана. Шерман рассказывает о том, как его вдохновили преступления Холмса. Гектор Мюндей допросил Мэнни Шермана после успешного расследования, которое привело к его поимке. Так, мы видео уже смотрели, да, и у нас есть еще что-то. Книга Джозефа Морелла. Автор специализируется на настоящих преступлениях, в особенности на совершенных Холмсом. Вот, это все подсказки, да? Чарли. У нас хорошие отношения с Эрин всего лишь на один раз. С остальными все нейтрально, да? И мы нашли... А, вот одну картинку, да, мы нашли. Мы нашли одну картину, давайте еще раз посмотрим. А, это какая-то лодка приплыла, да, судя по всему. И они спустились на нее. Интересно. Вот, ну, судя по всему, это все, да, у нас есть 22 монеты и кое-какие развитые навыки нашего друга. Я думаю, на этом мы закончим, продолжим в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и до следующего раза. Всем пока-пока!